18 августа сотрудники отдела международных связей Кювейтского информационного агентства Суха Аль-Занки и Дана Аль-Абдул-Джалил побывали в азербайджанском государственном телеграфном агентстве «Азертач». Генеральный директор Аслан Асланов проинформировал сотрудников КУНА об истории создания «Азертач», пройденном им пути развития и международных связей. Аслан Асланов напомнил, что «Азертач» и КУНА успешно сотрудничают в рамках Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана ОАНА и Международного объединения исламских информационных агентств ИИНА. Он отметил, что подписанное в 2009 году между двумя информационными агентствами соглашение о сотрудничестве создает большие возможности для обмена информацией и опытом. Эта поездка сотрудников КУНА в Баку также состоялась в рамках данного соглашения. Генеральный директор подчеркнул значение расширения связи между национальными информационными агентствами двух стран с точки зрения дальнейшего укрепления дружественных отношений наших народов и государств. Суха Аль-Занки передала Аслану Асланову приветствие генерального директора и председателя правления агентства КУНА шейха Мубарека Аль-Дуэджа Аль-Ибрахима Аль-Сабаха. Она сказала, что сотрудничество между «Азертач» и КУНА успешно развивается. Агентства постоянно поддерживают друг друга в различных международных информационных структурах. По окончании встречи гости ознакомились с работой агентства. Барвана Рагимова, Висал Видадиоглу, Умбет Мамедов, «Азертач».